Всем приветики. Купила себе, значит, сегодня такой светильник. Вот такой вот, как нарисован. Как раз для лампочки Е27. У меня такая лампочка. Вот. Для моей этой лампочки, которую я купил недавно. Для вот этой вот Е27. Где она? Тут тоже же было написано Е27. Вот Е27. Как раз у меня такая лампочка. Вот, настольный светильник Эра, максимальная мощность 40 ватт, тип цоколя Е27. А, это цоколь Е27. Настольный светильник принесет красоту и стиль в домашний интерьер, станет удобным помощником в работе или учебе. Мы рекомендуем использовать светильники светодиодные, служить до 30 часов, обеспечивать ровно яркий свет, без мерцания, экономить 100% электроэнергии для светильника. Да. Так, а здесь что написано? Это, видимо, производитель. Тут у нас просто такая заглавная упаковочка. Вот она. Большая довольно-таки. Здесь тоже такое вот, как бы это все показать. Вот, с этой стороны тоже девчонка. И с этой стороны светильник. Вся необходимая информация содержится в руководстве по эксплуатации. Гарантия 1 год. Цвет черный. Размер светильника 23 сантиметра на 27. Изготовитель Китая. Материал пластик, металл пластик. Вот, снизу ничего, сверху такая вот штука. Да. И мы тут открываем. И там у нас в коробочке лежит сам светильник. Вот, и помимо светильника еще там еще лежит гарантия. Так, тут у нас что в коробочке? Больше так-то и ничего нету. Так. Сейчас я гляну. Так, ну в общем, у нас тут идет инструкция, сам светильник и инструкция. В инструкции у нас что написано? Руководство по эксплуатации, паспорт на разных языках. Уважаемый покупатель, благодарю вас за покупку. Так, общее сведение. Технические характеристики. Напряжение, комплектность, светильник, упаковка, руководство, эксплуатация. Так, здесь что? Обслуживание. Извлеките старую лампу, но перед этим дайте остыть. Транспортировка, утилизация, гарантийные обязательства. Потом, что там еще? Возможные неисправности и способы их устранения. Внимание. Во время работы связанные неисправности все должны осуществляться при отключении сети. Ну, это понятно. Так. Сведения об изделии. Ну, ничего такого интересного. Далее. Что у нас тут далее? О, а тут уже язык-то не русский. То есть, получается то же самое, только уже на следующем языке. Тоже 1, 2, 3, 10. И здесь тоже 1, 2, 3, 4, 10. Конструкция светильника. Плафон. Выключатель. Стойка. То есть та же инструкция, только на всех языках. На других языках. Да, но наш язык вот он. То есть нам только это и надо. Ну, тут, в принципе, все понятно. Сама лампа вот она.
пакетике было. Так. Что у нас тут написано? Модель такая-то. Эра. Кстати, Эра нормальные вещи делает. Правда, он зацарапанный уже где-то. Кто-то им пользовался, видимо. Так, изготовлена в Китае. Ну, такая вот лампочка. Просто такой настольный светильничек. Такой черный, такой солидненький. Там еще и другие цвета были, но я попросил черный, потому что черный он реально солидный. Получается, у других цветов эта вот штука черная, а вот это и кнопка черная, вон там кнопочка, вот она, и кнопка черная, и вот это черная. А сам, получается, вот эта штука другого цвета и вот эта, и получается некрасиво. А тут он весь такой черный, стильный такой, то есть он со всех сторон черный реально, только внутри там белый, ну это понятно, чтобы лампа ярче светилась. Здесь вот имеется такая вот, получается, штука. Ой, как бы это показать вам. Ну, в общем, понятно, выключатель просто... А, во-во-во, я хотел показать, просто отсвечивание шло, получается. Вот он выключатель. Такой идет. Потом провод, обычный под розетку. Так... гнущаяся такой вот, гнущаяся стойка, как хоть шею можно согнуть, хоть так удобно. И внутри вот такая штука, Е27, максимум 40 ватт. И вроде бы все нормально, здесь даже дырочки есть для проветривания, вот они. И вроде бы все нормально, но вот эта штука, она неровно стоит. То есть здесь ближе, здесь дальше, ну, в общем... По этому краю поближе, а этому по краю дальше. И лампочка, получается, тоже немножко кривовато стоит. Вот. Но мне понравилось. Но стоил где-то долларов, если в долларах вот считать, то долларов, наверное, сколько? 6,5, наверное. Да, 6,5 долларов стоил. Ну, нормально. Это самый дешевый, который мы смогли найти. Вот. И самое мне что понравилось, что он продавался без лампы. То есть они как будто бы знали, что мне надо вставить туда лампу. И вот я эту лампочку, которую я купил, вот эту вот, я для нее специально хотел отдельный светильник. Именно специально маленький такой светильник, чтобы его можно было вставить куда угодно, потому что так-то у меня уже лампы все задействованы. А это я хотел отдельно купить, в которую можно было бы вкрутить эту лампочку. Оказывается, Е27 – это цоколь. Ну, то есть вот эта вот штука, которая закручивается. И вот мы ее закручиваем, и вот видно, что она стоит вот здесь вот столько места, вот она, а здесь вот столько места. То есть это то, что там вот эта штука стоит смещена, и то и лампочка сместилась. Но в целом это не важно. Правда, она здоровая, торчит вот так вот сильно. Но, тем не менее, пойдет. Пойдет, сейчас мы ее затестим. Ну, вот, в общем, так будет стоять лампа. Здесь вот на полочке. И подключена сюда в розетку. Вот мы ее сейчас включим. То есть довольно-таки и неплохо. Очень даже неплохо. Получается, вот здесь вот моя кровать. Здесь я буду лежать. А здесь вот будет стоять лампа. И удобно то, что я с кровати, пультом, смогу ее включать и выключать. Ну вот, получается, на лампе стоит кровать, и можно пультом включать и выключать. По-моему, удобно. Задать цвет там. Вообще классно. Так, сейчас попробую выключить вообще весь свет вокруг, оставить только ее. Ну вот, в итоге выключен везде полностью свет, во всей комнате. И горит только эта лампа. Довольно-таки неплохо она освещает все. Можно сделать темнее. Ну, это вообще как ночник такой, что-то тускленькое горит. При этом глаз различает комнату. Я думаю, оно и так видно. Какие-то вон очертания, вон лампа. Ну, такое видно, даже камера видно. А глазом так тем более. Это мы полностью погасили, включить. Сделать поярче, вот так уже получше видно. Еще ярче, и это максимальное. Ну и можно сделать цвета разные. Там, например, раз комната такая розовая, раз там синяя, желтая там. Это розовая, чуть светлее, голубая,
можно сделать зеленую. Красный, блин, красный вообще жестко смотрится. Вообще прикольно на самом деле. Это получается лежать на кровати так вот и пультиком так вот тыкать. Удобно. Прямо с кровати так пультом хопа погасил, раз включил. Вообще удобно. Лежишь с телефоном на кровати, свет включен. Собираешься ложиться спать, тык, выключил. Вообще удобно, максимально удобно. Вообще классно. И можно ее перенести в любое место. Не надо тебе на спальне, перенес в зал. Хочешь перенести на кухню. Да вообще в любую комнату. Она такая маленькая, такая удобненькая. И пульт прямо на нее можно положить. Вот на эту поставку, черный пультик. И все. Или вообще с собой его в кармане носить, включать, выключать. Хотя, если днем ей не пользоваться, лучше выключать эту кнопочку, потому что там все-таки этот возле цоколя греется пластмасска эта. Потому что все-таки она включена и ждет каждую секунду, что ты нажмешь кнопку. Поэтому, если ты не собираешься жать в течение дня, то лучше, конечно же, выключить. Но если ты будешь пользоваться, то там, ну, ты знаешь, что сейчас вот наступает ночь, будешь пользоваться, тогда уже можно включить кнопочку на самой лампе и уже пультом пользоваться. Вот. Вообще классная штука. Удобная. Мне нравится. Раз. Зеленый. Вот такой вот, такая вот обстановка такая. Прям романтическая такая. Прям. Вообще класс. Приятно. Ну и цвет можно тоже задать. Потемнее там, например. Вот. Это вот самая низкая на таком уровне. В итоге действительно как... Ночник какой-то. Только почему-то, я не знаю, почему экран рябит почему-то от слабой яркости. Почему? Не знаю. Что-то с камерой не очень такое. Вот красный вообще жестко как-то смотрится. Вот. Это прикольно на самом деле. Хотя вот если так вот направить, это маленькая, такая маленькая лампочка вообще всю комнату освещает. Думаю, вообще все светлое. Горит только она одна, ничего больше. Сверху вон лампа выключена. И боковая, которая здесь вот возле компьютера, тоже выключена. Вообще все выключено. Разве что только монитор горит. И она довольно-таки неплохо освещает. Хоть она такая маленькая, но она так мощно освещает. А если выключить ее, то... Что будет гореть, так это только монитор. И то не особо он там и освещает что-то. Вот включить лампу и сразу, опа, освещение такое пошло. Блин, классно. Короче, я доволен, что я купил себе такую лампу. И то, что этим еще больше доволен, что я купил такую лампочку. Я уже давно ее добавил себе в список желаемого. Как только зарегался на Алиэкспрессе, сразу ее добавил. Но не покупал, не знаю, не покупал просто и все. А сейчас все-таки решил купить. И благодаря лампочке купил лампу. И сейчас вообще прям использую ее по максимуму и радуюсь. Ну, буду использовать. Вот такие дела. Ну, а на этом все. Всем покедова.